Дядя Герман, зачем ты делаешь укол? Тебе плохо? Деточка, какая же ты глазастая. Я заболел. Только давай договоримся. Маме об этом ни слова. А то она расстроится. Договорились? Ладно? Мама пришла! Вот она, моя маленькая девочка. А мама тебе столько всего вкусного принесла, ты не представляешь. Герман. Приветствую. Наконец-то. А мы с Аришкой все ждем, ждем. Уже 2 часа ждем, а тебя все нету. Аришенька, милая. Ты иди к себе в комнату, ладно? Мы потом продукты разберем. Угу. Ариша! Иди, солнышко. Видимо, ты недопонял меня в прошлый раз. Я иду звонить в полицию. Ух! Не женщина, а разгневанный вулкан. Подожди. Хочу извиниться, был неправ. Что ты? Да пошел бы ты куда подальше со своими извинениями. Не трогай. Ш-ш-ш. А если я скажу, что я тебя все еще люблю? 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 Люблю. Ты что же, меня за дуру держишь, да? Слушай, ну а где ж тогда кольцо, которое надо вернуть? Ну, которое ты в прокат брал в прошлый раз? Сдал. Сдал? А где тогда цветы, свечи там? Где это все? Свечи погасли, цветы завяли, все. Увяли. Ну, тогда про стихи я вообще не спрашиваю. Почему? Среди мерцающих светил одной звезды я повторяю имя. Не потому, что я ее... Что? Забыл? А я и говорю, ты в этот раз как-то плохо подготовился. Иронизируешь? Ну-ну. Но я-то человек творческий, увлекающийся. Стоишь такая сексуальная, манящая. Я от тебя глаз оторвать не могу. Ну и что? Я опять запретный плод? А может, у меня комплекс недосягаемых женщин? Ты вот сейчас опять наверху, а я... Ну и, выражаясь современным языком, я тебя хочу. Мразь! Тихо! Подонок! Тихо, тихо! Мерзавец увлекающийся! Да ты никого не любишь, кроме себя! Убирайся отсюда! Ух ты, разгневанная амазонка! Ты мне такая еще больше нравишься! Но тон, очень интеллигентный тон. Что, Сережка ждешь? А если бы он хотел, он давным-давно бы приехал. Сейчас времена другие, у него пол Москвы баб. У него каждый месяц новая. Заткнись, убирайся! Да, это так. Я тебе сказал, убирайся. Я тебе сказал, убирайся отсюда! Убирайся! Вон отсюда! Тихо, тихо. Вон! Тихо, я сказал. Вон! Так. Видел? Вон. Убирайся! Вон, я сказала! Что вон? Мразь! Это я мразь! Может быть, ты вспомнишь, из-за кого я здесь оказался, мразь? И не надо
меня провожать. Кричать на дядю Германа, он болен. Что? Что ты говоришь? Болен? Чем это он болен? Не знаю, но я видела, как он делал укол вот сюда. Как? Не может быть. Он что же, наркоман, что ли? Да. Алло. Карамелька? Сереж. Ты что, плачешь? Этот гад Арефьев своим появлением просто отравляет мне жизнь. Погоди, 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 я не понял, ты что, с ним видишься? Да я его не видела, год или больше, а тот взял и явился. И? Я скучаю по тебе. Это просто невыносимо. Ты там, а я здесь. Лилечка, милая, любимая моя. Не плачь, пожалуйста. Не плачь, я прошу тебя, Лиля, не плачь. Все будет хорошо, слышишь? Лиля, Лиля, ты слышишь меня? Привет. Севк, мне в Лондон надо. Да, а мне на Луну. Морозов, слушай, ты мне достал со своим Лондоном. Тут вон Толя Рудаков с Аляски вернулся. Материал может получиться бомба. Возьмешь? Возьму, хорошо. Но потом ты мне сделаешь командировку в Лондон. Хоть на неделю, хоть на пару дней. У тебя что там, баба, что ли? Это уж не ваше дело, товарищ Сева. Ну что, договорились? Я тебе жвачку привезу, хочешь? Да ладно, жвачку. Там видно будет. Толя, да, это я. В общем, по Аляске будешь с Морозовым работать. Да, и помните о сроках. О сроках помните. Будет Лондон, будут сроки. Адьё. Я на Аляске 10 пленок отчелкал. 10 пленок. Здорово. Одна другой краше. Да. Вот это вот, кстати, длиннофокусник. Как тебе? Да вижу, вижу, молодчина. Талант не пропьешь. Аляска, она... А это что за... Она вообще, знаешь, напоминает Дальний Восток. Где-то в районе Магадана. Морозы, сопки... Чуть повыше, севернее. Тундра, матушка. На черт возьми. Рыба красная, икра. Водка, правда, дорогая. Слышишь? Угу. 18 баксов литр, столичный. Нормально? Это Горбачев с Рейганом, видать, сговорились весь мир трезвенниками сделать. Я ни черта не пойму. Толя, ну-ка смотри. Вот эту пленку, вот эту, ты где отснял? Ну, это Анкоридж? Это же их местная столица. Недалеко от нее как раз золото нашли, ну и пошла золотая лихорадка. Помнишь, как у Джека Лондона? Белый клык, зов предков. Погоди ты с Джеком Лондоном. Что вот это за самолет? А что это за мужики? Ну, местные авиалинии. Вот же название, видишь. А мужики америкосы. И что, все америкосы? А вот этот? Смотри, вот этого как зовут? А я помню. Вспоминай, вспоминай.
Слушай, ну, можем узнать, контакты сохранились. Ну, я не пойму только, что так завелся. Знакомый, что ли? Да сам не пойму. Похож вроде. Нет. Слишком много времени прошло. Да и быть такого не может. Старик, в этой жизни все может быть. Вот когда в Буркино-Фасо я был... Так, Толя, так... тебе задание. Нарой все, что возможно мне об этих мужиках. Понял? Это очень важно. Угу. Да не проблема. Нароем. И сделай мне эти фотки покрупнее. Давайте я лучше сама, Сереж. Ну вот, родной мой. Вот и повидались мы. Скоро опять к тебе приду. Вот и Сережа. Пришел тебя проведать. Спи спокойно, Дементий. Прощай, Дементий Харитонович. Помним тебя. Таисия Александровна. Даже не знаю, как сказать. Что-то случилось? Посмотрите, пожалуйста. Вы узнаете кого-нибудь на этой фотографии? Нет, мне кажется, что нет. Понимаете, дело в том, что буквально несколько дней назад наш корреспондент привез свежие материалы с Аляски. Не знаю, может быть, я сошел с ума, но мне кажется, что вот этот вот, первый справа, это Котя. Сереж, ну что вы? Не знаю, конечно. 11 лет прошло. Неужели это возможно? Он же пропал без вести. Вот. Вот именно, что пропал. Но не погиб. Я своим чутьем, журналистским, чувствую, что нужно копать именно здесь. Если на этой фотографии именно Котя, если он жив, я его найду. Ой, да это Бог, Сереж. Да это Бог. Вот что, Тася. Переезжай-ка ты ко мне. Нас столько связывает, столько пережито. Дочка, внучки. А то ты здесь совершенно одна. И я один. И поверь мне, это не будет предательством перед памятью Дементия. Нет, Миш, не могу. Совсем не могу. А ты знаешь, мне весь этот год кажется, что вот сейчас он из комнаты выйдет, меня позовет, а меня и дома нет. Понимаю, Тася. Я очень его любила. И мне очень жаль, что я не сказала ему тех слов, которых он заслуживал и которых ждал от меня годами. А меня не жаль? Мишенька, ну ты сам во всем виноват. Ну что ж, поеду. Столько проблем. Работа, как всегда. Миша, сядь. Сядь на минутку еще. Я попросить тебя хочу.
Я очень хочу увидеть Лилю с Аришей. Ну, помоги ты им с документами. Пусть Лилю в Союз впустят. Она вон запрос один за другим посылает, ей отказывают. Ну, сейчас же проще. Сейчас свобода, гласность вон. С трибун вещают, по телевизору показывают. Вещают, вещают. А куда это нас приведет? Вещают они. Прости. Уже столько лет прошло. Уважаемая Лилия Михайловна, да. Лондон вызывает. Да, 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 конечно, буду говорить. Алло, алло, Сережа, это я. Слышу, любимая. Слышу. У тебя все хорошо? Да, да, все прекрасно. Сереж, ты можешь не приезжать. Ты меня слышишь? Опа. То есть как? Я не понял. Ты что, мне даешь отставку? Отворот-поворот? Погоди, или ты опять просил этого гнуса Рефьева, или... Ну что ты... Лиля, да прекрати сейчас же смеяться и объяснись. Сереж, я получила разрешение из посольства. Я сама приеду. Так что жди и волнуйся. Я люблю тебя. А я тебя больше. Пока. Пока. А я тебя больше. Ты? Здравствуй. Я на минуту. Здравствуй. Ты ужасно выглядишь. И чувствую так же. Проходи. Извини, меня не убрано. Ты зачем пришла? Как только закончится учебный год, мы с Аришкой уезжаем в Союз. Так что, если у тебя есть желание, ты можешь с ней попрощаться. Потому что я собираюсь там остаться, во что бы то ни стало. Что с тобой? Что? Что с тобой? Давай, давай. Тебе что? Тебе плохо, да? Значит, Аришка была права. А что ты колешь?
Как ты докатился до такого? Опять твоя увлекающаяся творческая натура, да? Меня уволили. И неудивительно. А кто будет терпеть наркомана в прямом эфире? Не только наркоман. На, читай. Что это? Это результат анализов. Сделали еще неделю назад. Я с тех пор и пью. Тест положительный. Это спит Лилечка. Лиля, я понимаю, что я перед тобой виноват. Очень. Но ты же ангел. Пожалуйста. Лиля, пожалуйста. Лиля, не бросай меня, я боюсь. Я умирать один боюсь. Мне страшно. Лиля, пожалуйста. Ну как же так? Алло. Сережа. Лиля. Ну, слава богу. Ну, что ж ты, я звоню. Ты почему трубку не берешь? Ты знаешь, я тут такую деятельность развернул. Да? Ремонт в квартире устроил. Вам с Аришкой понравится. А еще я снял в Мискоре дачу на 2 месяца. Прямо у самого моря, представляешь? Лиль, ты слышишь меня? Лиля, ты почему молчишь? Герман болен. Я остаюсь с ним. Я не приеду, Сереж. Лиля, не делай этого. Прошу тебя, пожалуйста, Лиля. Да пусть этот подонок хоть при смерти лежит. Ты пойми, тебе же больше могут не дать визу. Мы никогда не увидимся, Лиля. Я понимаю. Но тут другая ситуация. Он безнадежно болен. Понятно. Понятно. В общем, ты, как всегда, выбираешь не меня. Только я этого больше терпеть не намерен. Ищешь предлог остаться? Оставайся. Чёрт! Сережа, послушай меня. Герман – отец Аришки. Я когда-то любила этого человека. И пусть он хоть трижды подлец, я не могу, понимаешь, не могу его бросить сейчас. Да прекрасно. Прекрасно. Ты знаешь, я найду, с кем съездить на море. Желающих будет достаточно, поверь мне. Вот, вот, прямо сейчас в дверь звонят. Слышишь? Послушай. Слышишь, звонят? Ну да. Ты мне говорил, что у тебя кто-то есть. Лиля, с тех пор, как я от тебя приехал, никого не было. Приезжай, и кроме тебя никого не будет. Только ты. Я не могу. Ну, смотри. Да кого там черт принес? Привет, Сереж.
Привет. Сереженька, я на минутку. Я у тебя как-то косынку забыла. Ну, ту, которую ты мне привез, помнишь? Угу. И она тебе через год срочно понадобилась. Да? Понятно. Алиночка, ты что, не видишь? У меня ремонт. Что-нибудь найти здесь большая проблема. Хочешь, ищи. Да черт возьми! Сереж, я с мужем развелась. Шикарная новость. Ты рад? Очень. Послушай, ты правда рад? Правда. Я останусь. Алин, ты иди домой, ладно? Сереж, но... Ну, пожалуйста, я прошу тебя, давай, давай. Ну, ты прости меня. Прости, Сереж... Алин. Давай, иди, иди. Увидимся как-нибудь. Давай, пока. Давай. Международная? Да, 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 я, Морозов, соединяйте. Лиля, Лилечка моя, прости меня, карамелька моя, прости меня, дурака, я был неправ, слышишь меня? Ну, если Сергей Морозов по-прежнему влюблен в мою сестру. Ну что, не узнаешь? Котя. Значит, все-таки есть в жизни стабильность. Котя. Ну, здорово, цельник, ударник, звеневой. Твою мать, Котька. Ну? Да что молчишь? Я это, я. Да послушай, я-то написал письмо, ни на что не надеясь. В каком-то незнакомом бородаче на краю земли показалось что-то такое, да более знакомое. Котик, а тут пацан, действительно ты. Слушай, да я в себя прийти не могу. Скажи, пожалуйста, какого хрена ты столько лет не объявлялся? О, дружище, это длинная история. Ты уверен, что тебя там не подслушал серьезный товарищ из штатского? Да плевать. Рассказывай. Да я уже и сам не помню, с чего все началось. Ну, в общем, все при встрече. Герман. Герман, пора. Не надо, не буду. Почему? Бессмысленно. Все равно ничего не придумали против этой чумы 20 века. Не надо. Пожалуйста. Врач сказал, что это поддерживающая терапия. Ну, давай. Я тебя очень прошу, Герман, прошу тебя, давай. Ну, аккуратно. Гадость какая. Лиля, а как ты думаешь, может быть, болезнь моя, расплата за мои грехи. Не знаю, Герман.
И я не знаю. Все, куда-то бежал, стремился к славе, признанию и... Все. Ты и дочка самое дорогое, что у меня есть. А хочешь, чтобы я сказала ей, что ты, ее отец? Нет, не надо. Я не хочу, чтобы она меня таким запомнила. Не надо. Не говорить, не приводить. С днем рождения тебя, родная. Я не забыл. Спасибо. Помоги. Помоги. Куда? Сейчас. Куда? Сейчас. Тебе надо сидеть. Иди. Иди. Вот. Тебе. Нет. Они очень дорогие, я не возьму. Лучше потратить деньги на лечение. Да нет. Да. Нет, это подделка. Бриллианты не настоящие, искусственные, но очень искусные. Дай. Носи. А ты знаешь, что дарить часы – это плохая примета? Лида, а что в моем положении хорошая примета? Надеюсь, здесь живет наша именинница? Да, здесь. Ну, тогда от всей души и многие лета. Спасибо. Вы проходите, пожалуйста. Проходите. Очень красивые. Вот здесь мы и обитаем. Да. Да. А где же наша Ришенька? А она репетирует в школьном оркестре. Без нее никак. Ой, Иван Илларионович, если бы вы сейчас не пришли, я бы выпила бутылку вина и всю ночь проревела от одиночества. А что нам мешает? О, бокальчики как раз. Да. Выпьем немного, но достаточно. Присаживайтесь, пожалуйста. Спасибо. А что, мы еще кого-то ждем? Жизнь полна неожиданностей.
Are you waiting for me, sir? Я не сэр. Я из СССР. Ух ты какой! Че, прямо с целины? Узнаю Григория Грязнова. Все-таки жив, курилка. Я их до последнего не верю. А это все-таки я. Ух, Котька! Серега, я так рад, ты ж первое родное лицо за столько лет. Так, а борода где? Ну? На фото бородище было. Да. А шрам откуда? Все потом, Серега, все потом. Нам еще цветы купить. Would you let me in? Of course. Thanks. И это самое, надо Ильку как-то подготовить. Ну подготовим, а как же? Пойдем, устрою ей сюрприз. Насколько я помню, по русскому обычаю, первые три тоста должны быть за здоровье именинницы. Спасибо. Так это что? Это он? Это Сережа? Я полагаю, что не Маргарет Тэтчер. Сереженька! Здравствуй, королева. Ну а как я мог забыть этот день? Привет. Спасибо. Иди ко мне. Иди ко мне, моя хорошая. Сереженька, ну как? Как такое может быть? Я всегда говорю, мир полон неожиданностей. Да, мир не без добрых людей. Иван Илларионович сделал мне вызов. Здравствуйте. Сережа помогает мне с Союзом писателей. Там столько волокиты, советская партократия, бюрократия. Но, слава богу, все идет к лучшему. И скоро мы добьемся своей цели, будем издавать Набокова, Булгакова, Бродского, Мандельштама, Аксенова и Говорову. В замечательном издании с фотографией «Лилия среди лилий». Да? Ну, я это запомню. Кстати, цветы поставлю. Давай. Сейчас. И что самое интересное, Иван Ларионович, вы представляете, эти прекрасные произведения рождаются вот именно за этим, казалось бы, совершенно невзрачным столом. Да, 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 да. Да вот они. Вот. Это рукопись. Так, карамелька, откуда такая роскошь? Они не настоящие, это бижутерия. А то я уже думал, мне пора начинать ревновать. Такие подарки просто так не делают. Лилечка, позвольте я взгляну. Да-да, пожалуйста. Да, я кое-что в этом понимаю. Вы знаете, эта бижутерия называется Cartier. Как? И стоит это удовольствие 10 000 фунтов, не меньше. Так, Арефьев? Ну да. Понятно. Я же ничего не знала. У вас что, в Лондоне тут совсем воры перевелись? Дверь не закрывайте. Ну? Ну что уставились? Смелее, малая, смелее. Эй. Лиль, да ты чего? До сих пор от своей привычки не избавилась. Эй, Лиль. Лиля! Звеневой! Ты ж должен был подготовить. Лиль, да тихо. Должен был. Тихо. Ну как ты подготовишь? Спокойно. Дыши, дыши. Сестренка, дыши. Пойдем, пойдем. Пойдем отсюда. Пойдем. А не дыши. Саша. Пойдем. Ты чего? Ты знаешь, день, когда мне сообщили о твоей гибели, был самым страшным днем в моей жизни. Как падал самолет, не помню.
очнулся уже в какой-то палатке. Меня кто-то там постоянно отпаивал. И все время куда-то везли. Это были кочевники. Их называют туареги. Они постоянно колесят по пустыне. Ну да. У них я прожил 3 года. Ни хрена не понимал, что происходит, где нахожусь, куда мы движемся. Я поначалу хотел бежать, а куда бежать? Куда? Пески кругом. Сахара. Бедный ты мой, бедный. Ну, а потом меня продали. Подожди, как продали? А вот так. Как летчика, американцам. Ну вот. Так я и оказался в США. Ну, а как же шрам? Они что, тебя пытали? ЦРУ? Ну, они пытались получить сведения. Но ничего нового я им сообщить не мог. Да и не хотел. Так, помариновали и отпустили. А шрам – это от падения. Ну, подожди, но когда тебя отпустили, ну почему же ты сразу нам ничего не сообщил? Ты же мог позвонить нам, написать. А ты думаешь, я не хотел? Да ты даже не представляешь, как я хотел. Хотел домой, к тебе. Котик, котик. К маме, к отцу. В наш дом с лилиями. Знаешь, сколько раз я стоял под нашим посольством и думал, зайду я и что, из партии попрут, летать запретят. Да я бы только жизнь испортил отцу и вам с Камышевым. Так что решил, что будет лучше, чтобы все думали, что я погиб при исполнении интернационального долга. Котик, ну какой же ты дурак, а? Хоть и вся голова седая. А я не отрицаю. Ой, если б ты знал. Как мне тебя не хватало все это время. Вот если бы ты тогда объявился, возможно, даже моя жизнь пошла бы по-другому. Ну, поэтому ты мне снилась все время. Да правда, правда, ты с мамой. Иногда даже отец. Кстати, как он? Как? Не разговаривает со мной. О! Узнаю Михаила Ивановича. Да. Вся связь только через маму. Ну, вообще хорошо. По крайней мере, здоров. Ну, это главное. Да. Лиля, а ты о моей маме что-нибудь знаешь? Маргарита Васильевна... Она умерла 2 года назад. Котик, мне очень жаль. Я знаю, что бы я сейчас ни сказала, все звучит глупо, но я хочу, чтобы ты знал. Мне тоже очень больно. Она меня воспитала. Она нас с тобой воспитала. Я всегда любила ее, как родную мать. Ты понимаешь? Лиль, ты... Котик. Все хорошо. Все.
Я знаю, что ты любишь Лилю. Но она никуда не уедет. Тебе так приятно ее мучить? Я написал завещание. Несколько лет тому назад я удачно вложил деньги в трастовый фонд. Он неплохо заработал. Я тоже. Так что я сумею обеспечить и Лилю, и Аришу. Угу. Я видел часы. Угу. Они что, действительно стоят 10 тысяч фунтов? Они стоят 11 800 фунтов. Я тебе могу показать чек. Я оставлю им дом, все свои сбережения. Но при одном условии, что они должны остаться жить здесь, а не уезжать туда, в Совок. Ну и гнилой же ты все-таки тип. Один раз в жизни хочешь сделать что-то хорошее, и то условия ставишь. Лиля знает о завещании? Это будет для нее сюрприз. Как-то много сюрпризов для моей женщины. С каких пор она стала твоей женщиной? А? Ты зря, Сережа, прилетел. Уходи.